Какой сегодня день? Сегодня 1 июня, День защиты детей. Несмотря на ненастную погоду, забыть о первом дне лета сегодня не выйдет. Даже проезд в общественном транспорте напоминает о детстве и международном празднике. Троллейбусы компании «Химки Электротранс» украсили шариками, а на сиденьях юных жителей ожидали небольшие подарки. Нам сегодня подарили вот такого вот медвежонка и вот такую вот открытку, где можно писать пожелания родителям и раскраска. Ты что родителям пожелаешь? Ну, всего самого лучшего, чтобы пандемия быстрее закончилась. Поднимали настроение в праздничный день и детские рисунки, которые разместили в троллейбусах. Их авторы как обычные школьники, так и начинающие художники. Эта идея совместная, она совместна с управлением культуры, управлением образования и троллейбусным парком. Сегодня же Международный день защиты детей, поэтому подумали и решили сделать такую акцию. Дети нарисовали свои рисунки, да, их распечатали и вывесили в троллейбусах. Оценить оформление приехал глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с депутатами. Работу учеников детской школы искусств имени Верстовского особенно впечатлили. Очень красиво. Счастливо. Своими ощущениями от праздника поделилась и депутат Госдумы Ирина Роднина. Мы каждый были когда-то детьми, и, наверное, когда вспоминаем что-то, то первое приходит, самые лучшие, наверное, воспоминания – это детство. И то, что эти дни мы стали как-то особо отмечать, это тоже очень хорошо. Всего по городскому округу теперь курсируют 26 таких передвижных экспозиций. В каждом троллейбусе по 20 детских работ. Они будут радовать химчан как минимум еще неделю. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.